День добрый, друзья. Итак, место крушения, лидер группы 173, линейный крейсер. Подбили мы лидера. Попробуем его взять. Довольно сложная задача. Вот вылетел наш транспорт. Как раз мы туда успеваем. Чтоб светло было. Что ж, миссия обещает быть интересной. Обычно там от 24 до 35 противников. Это, ну, довольно серьезное испытание, еще смотря какие они там, эти противники. Но это, я думаю, будет интересно. И обычно там что-то, какой-то артефакт попадает. У нас еще не было автовосстановления, я помню, в прошлый раз их было довольно много. Так. Сейчас посмотрим, кто нас тут встречает сразу. Блин. Ого. Весело, да? Давайте-ка сразу сохранимся. Вот такая вот делегация. Угу. Даже не знаю, что и сказать. Надо валить от этих вот самых крутых. Надеюсь, ответки не будет, или я его завалю с первого раза. О, он меня не видит. Это хорошо. Ух ты, там еще кто-то упал. Невидимый боец. Это у нас был, скорее всего... Блин, не хватает. Жалко. Скорее всего, там был еще один плеватель кислотой. Так, ну давай, Фобос. Куда ты гранату сможешь кинуть? Хотя бы сюда. Ух ты, ё-моё. Отреагировал. Оп, две травмы сразу. Блин. Ух ты, и попал по кому-то опять. Там далеко в кустах кто-то есть. Хм. Везучий парень. Ой-ой-ой, тут еще один кабан. И вот еще один. Ай-яй-яй. Могу залп дать и умереть.
Наконец-то мы его добили. Так, и один у нас здесь. Это мы еще не крутились, не смотрели, что там внизу. Внизу там еще, наверное, несколько. Смотрите, тут у нас уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь противников. Тех, которые только на входе. О, хорошо. Тяжелый лазер знает свое дело. Ух ты, блин, там еще один. Тут уже, походу, и корабль. Корабли здесь большие. Лишь неправильное расположение. Надо было стрелков поближе, нежели гранатчиков. Так, ну довольно неплохо мы вышли. Давайте сохранимся. Можно было и потерять тут, конечно, пару-тройку человек. Судя. Здоровенный какой корабль тут. Ничего, будем двигаться аккуратненько, все у нас получится. И, наверное, давайте перезарядим наши основные силы. Почти. Хорошо. Обычно это было. Тут аптечки надо беречь. У нас еще вот этот подраненный был, да? Че не? Сейчас я не помню, какой-то еще был раненый. А может и нет. Хорошо. Если так. Что ж, посмотрим. Где у нас тут кто еще? Ага, ух ты, ё-моё, за кораблем был один. А я его и не заметил. Ух, и не один он там. Так, в корабле какая-то суета. Опа. Непонятно откуда, но где-то кто-то есть. Блин. Прыгуна примочили, где-то, скорее всего, здесь в кустах. Допрыгался. Так, это я отравился.
Там где-то есть большой противник. Сюда уже вышел. Ух ты. Ух ты, еще одного подбил в кустах, вот здесь стоял. Сколько же у вас, ребята, тут? Я уже десяток их положил. У них просто места нету, где их расположить. Понатыкали их. Опа, еще по одному попал вот здесь. Да ничего себе. Вот это да. Раз там вас двое... Надо гранату. Так, невидимый боец раз, невидимый боец два и разрушитель. Тут три бойца стоит. По-моему, 30 ОД. О, 29, отлично. Угу. Веселуха. И гранат не хватит. Ух ты, вон они, два красавца. Ага, он не здесь, он здесь. Понятно. Есть контакт. Давай, красавица, вся надежда на тебя. О, молодец. Отлично. И кончились патроны. Огроменный корабль. Так, что у нас тут еще есть? Фобос. Да, такой корабль без потерь взять, это очень, очень сложно. Тут как не выйдешь, так тьма противников. Повисли. Жесть, подвисла игрушка. Наше нападение на этот маленький кораблик. Тут по первым версиям, если помните, по центру вход. Здесь немножко, конечно, переделали корабль сам, но принцип остался такой же. Тут, по-моему, только соединены вот эти вот турбины, или как их назвать,
дорожками, а так, в принципе, все то же самое. Так, где-то ходит наш железный друг по имени Разрушитель. И судя по тому, что он дергается, и лифты открывает, где-то он пытается прицелиться. Необычно по одному ходу. Ага, вот он. Ай-яй-яй-яй-яй. Но один выстрел еще держит корабль. Блин, бронежилет мой, корабль, говорю. А вот два выстрела, это уже тяжело. Так, с двух сторон. Это второй этаж. Второй этаж. У этих тоже, кстати, лидеров не бывает. Так, один отсюда. И один где-то отсюда был еще. Там еще химического нашего друга я не застрелил. Тоже где-то там бегает. Так, что у нас тут вообще происходит? А, после ранения у него сильно упал бег. Понятно. Это нехорошо, конечно. Да, вот такие штуки. В старой игре здесь был лифт по центру, а тут проход в эту сторону по длинному коридору. Так, где ж ты можешь быть? Но где-то отсюда огонь велся. Или здесь он, или на втором этаже. Скорее всего, на втором этаже. Вот тут я бы уже заметил бы его. Тут центральный вход. Красавец. Так и ждал меня. Но один отдыхает уже. Ну, нормально попал. Особо-то и не ранил. Даже щиты не снял. Получи. Ай, молодец. Три выстрела, три в цель. Супер. Так, девочка, тебе бы найти этого товарища было бы очень хорошо. Стрелял отсюда где-то. Такое ощущение, что он где-то здесь стоит. Блин, ну не видно его и все. Ха. Интересно, конечно. О! Еще один красавец. Мужчина. Где-то вот здесь. А, вот тут тоже дырка. Блин, корабль так понивычил и так споплюжил, что одни дырки. И это очень плохо. Так, а что у меня с патронами? Нормально, еще есть патроны. Так, 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 кто у меня еще остался жив? По большому счету никого. Ой, молодец! С одной гранатой 91 урона. Круто! Чего-чего?
друг мой прелестный. Щиты полные. Тут где-то какая-то гадина летает. Так, ну что, надо сюда прорываться. Но все-таки обойдем. Бо этого потерять не хочется, желтая звезда. Так, минус два у нас уже. Фух. Сейчас того могут лазерщика снять. С тяжелым лазером. С верхнего этажа. Посмотрим, достанет. Ага, подошел где-то. Поближе ко мне. Химикатный ты мой. Никого. Придется вернуться. Блин, ну где-то же он есть. Ага. Чудо природы. Попался. Давай, мальчик, я верю в тебя, что ты в него попадешь. Да как тут смешаем, да? Тут дырок нету, тут бы дырку. Тут есть лифт на второй этаж. Молодец. Звук подвисает, непонятно. Тут чисто, голова выглядывает. Где-то он там наверху был. И тут дырка в корпусе. Ух ты, как я тебя вовремя заметил боковым зрением.
Отлично. Тоже и патроны заканчиваются. Тут лифт на второй этаж. Еще деталь. Ах ты, блин. Надо было здесь спрятаться немножко. Ох ты, ё-моё, их там двое. Блин, их там трое. И четверо. Фух, ужас. А у него всего три патрона. Давайте-ка мы еще раз сохранимся. Так это еще сколько у всех трупов, которые сами по себе мертвые при падении корабля. Но если бы они еще были живы, было бы весело. Вот он. Вот этот гад стрелял. И тут еще два трупа. Ху-ху. Человек 40 летает, наверное. Гранат уже нету. С них оружие не выпадает. Вот что плохо. Да, сюда не докинуть никак. Что у нас по девочке? Угу. В половину упала. Прицельная. Так, так, так. Красавцы. О, молодец. Он один раненый, видать, был. Хм. 17%.
Надо отсюда валить. Так, медика бы сюда. Медика сюда. Давай, малыш, в тебя мы верим. Ну, хоть так, хоть разок попал, это хорошо. 54, это почти убил. Так, один выстрел у тебя остался. Перезарядиться. Ну, еще разочек. Есть контакт. Что-то я не понял, сюда куда-то он попал. И ему плюс 4 дали, странно. Тут где-то один противник. Вот он. Если выйду, могу стрельнуть. Один залп. Но лучше, наверное, этого не делать. Ну его нафиг. Так, ладно. Посмотрим. Ух ты. А, так, один... Ого, их там трое. Ай. Ё-моё, лучше бы я стрелял. Ничего себе. Один наверху. Так, четверо осталось. Ну, этого я сейчас завалю. Все-таки два человека у меня тут, наверное. Может, один, правда? Блин. Что у нас тут с прицелом? Пол прицела. Да, веселуха, блин. Ты был аж трое, ничего себе. Ай-яй. Не хватает на две гранаты. А, это же у него сбито. Ходилка у него сбита. Давай вплотную, ё-моё. Хоть ты косой, но вплотную-то. Попасть-то можно. Можно. Но сложно. Балбес маленький. Шо ж ты косой такой? Да ёшь ты, моёшь ты. Три выстрела. На таком маленьком расстоянии не попасть. Это вообще... Оу. А тут три в цель. Молодец. Давай еще одну в цель. О, отличненько. Так, что у нас тут, девочка? Это ранено. Это с медпакетом. В принципе, может добежать. Лови. Ты вам. И мина, и граната, а толку никакого.
Это вот только химическое. Химическое, в принципе, бестолковое. 35 амина сколько? 47 амина. Слишком медленное. О, труба химическое действие. Нормально. Я думал, химия на них не действует, они же металлические. Оказывается, действует. Блин, и аптечек нет. Все-таки мы тебя подлечим. Хоть одна, блин, восстановится. Так. Давай-ка мы еще раз сохранимся, но, по-моему, это все. Что-то мне сдается, что это конец. А, у этого еще аптечка есть. Иди сюда. Все. Да, так и все. Итого 30 противников. Ничего себе. 6 потери. Да, приличненько. Вот такая вот веселая миссия. 4 повышения. Что слабенький какой-то. Ему стрельбу поднимать. Так, это у нас бросок. Это малыш какой-то. Ого, малыша. Сразу 3 повышения. Ничего себе. Три звания за одну миссию. Ха-ха. Это интересно. Фобос, блин. Подвел меня этот раз. Негодяй. Да, вот она. 4 управляемая разрывная мега-ракета. 2 портативный телепорт. Что-то они на портативный телепорт этот раз нажимают. Одни порты. А ничего другого не дают. Вот такая вот веселая миссия, друзья. Что ж, до встречи вам. Не забывайте подписываться на мой канал. Счастливо!